Женский трофи-рейд проходил в окрестностях трех поселков – Терновка, Холмовка и Новоульяновка. Общий километраж трассы составил около 110 километров. Организаторы проложили маршрут таким образом, чтобы участники смогли повстречать на своем пути самые разнообразные преграды – от ухабистых проселочных дорог до дремучих лесных чащ. Грязь была, было и сухо, был и лес, были и горы были. Было очень интересно. Более сложная трасса, чем прошлые года. Крутые подъемы, нереальные точки. Для женщин вообще очень тяжело в этом году было. Состязания, посвященные Международному женскому дню, длились около 5 часов. Девушки справились с заданием на отлично. Изнуряющую трассу прошли все машины. В заезде участвовал экипаж из Севастополя. Супружеская пара профессионалов в классическом ралли Анна и Денис Качка преодолели дистанцию на своем Митсубиши Паджеро за 14 минут 30 секунд. Этот результат стал 4-м в семейной группе участников. Было много веток, подъемов, спусков, перекатов. Очень интересно. На самом деле мы как не первый год, не первый год участвуем. В этом году мы взяли всего лишь 18 точек из 32. То есть для нас это мало, но все же очень понравилось. Трасса сложная, тяжелая. На этой машине мы ехали впервой. В соревнованиях такого рода участвовали. Она длиннее, чем обычная наша машина. Но для нас был это первый опыт. После состязания участники не спешили разъезжаться. Завершился спортивный турнир «Королева авто 2016» музыкальным концертом и праздничным застольем. Иван Клепачев, Севинформбюро.